Всем привет! Меня зовут Катя, и вы на моем канале о Вязании. Итак, в сегодняшнем видео покажу новые игрушечки и расскажу о двух целых мастер-классах, которые вышли. Вышли платные два мастер-класса. Игрушки сейчас тоже покажу и расскажу все про них. И первый мастер-класс, который вышел, это мастер-класс на длинноногих зверюшек. Я покажу только последнюю игрушку. Остальных я показывала в предыдущем видео. Это были зайчики, лисичка и жирафик. Кто не видел, можете перейти в предыдущее буквально видео. И там я все рассказывала и показывала. И вот четвертый герой из этой серии. Это вот такой я не знаю, овечка, да, барашек, сын назвал барашком, овечка. Соответственно, в этом мастер-классе дано описание, как на 4 игрушки, еще раз, зайчик, жирафик, барашек и лисичка, так и описание на три вида одежды, то есть зайки и жирафик в платье, рассказано как связать платье лисичка там в шортах соответственно есть описание как связать э, шорты и вот барашек он в таком комбинезоне причем как вы видите комбинезон здесь штанины они ну как будто бы это все надето то есть это не э, как вяжется, да? Кабинесон просто меняется цвет. Нет, здесь вот они штанинки это отдельные штанины, и там внутри отдельная ножка точно так же, как и с рукавами. Здесь тоже рукава отдельно, ручки там внутри отдельно. По конструкции, здесь ножки ввязываются, ну, комбинезон, соответственно, все вывязывается, ввязывается, голова вывязывается, э, здесь вот эти все кудряшечки вывязываются и пришиваются только, получается, ушки. Стоимость этого мастер-класса 450 рублей, но, опять же, вы получаете за эту сумму описание на 4 игрушки. И, в принципе, по описанию лисички, если вы поменяете цвет, вы получите э, енотика. То есть, все то же самое, их и хвост и ушки и мордочку единственное нужно будет ну, овалы под глаза связать для инотика и все и так это что касается первого мастер-класса даже три мастер-класса но ну, первый я уже начинала рассказывать в предыдущем видео дальше следующий мастер-класс который вышел это мастер-класс на альпаку или ламу вот так она выглядит. Это первая была связана. Сейчас покажу вторую. Они просто в кадре все вместе не уместятся. И сразу тоже расскажу. Эти альпаки связаны из или альпаки, как альпакажи, ламы, в общем, связаны из двух видов пряжи, как вы видите. Здесь полухлопок газал, бэби Катон», и плюшевая пряжа, это тонкая плюшевая пряжа, в данном случае Гималая Долфин Файн. Но, по-моему, вторая связана из Воланс э, Визер. Ну, то есть они все примерно одинаковые. Метраж у Воланса на 100 грамм 160 метров, у э, гималая 100 грамм 170 или 175 метров. Э, Получаются они ростом, но ну, то есть опять же из тонкой плюшевой пряжи вот вместе с ушками 35 сантиметров. Это беленькая. Сейчас покажу вторую. Она получилась чуть больше. И вот такая вторая альпака. У нее уже хвостик. И в мастер-классе первый я хвостик не делал, потом подумала, что он все-таки есть у этого зверя. И здесь уже у второй игрушечки хвостик я делала. И вот такой вот цветочек тоже связанный. Он здесь на завязочках, то есть его можно полностью снять. И вот это вот получилось у меня больше, насколько я помню она уже 37 сантиметров, ну то есть э, пряжа как будто бы более набитая, э, я не понял, по-моему даже это та же самая пряжа, в смысле тоже Гималай Долфин Файн, но вот просто в розовом цвете она как будто более плотненькая что ли и игрушка получается чуть больше в размера вяжется элементарно здесь из пришивных деталей мордочка и ушки но так как здесь плюшевая пряжа то все это пришивается легко и просто здесь в общем не нужно каких-то особых сложностей в плане пришивания, чтобы там не было видно, да, ниточку шов, потому что, ну, здесь плюшево, здесь все э, прячется в этой плюшевой пряже. И э, здесь самая простая, самая простая утяжка, то есть утянуты только глазки. Но это все прописано, есть видео, как это все сделать в мастер-классе. Вот, поэтому довольно простой э, мастер-класс, довольно простая игрушка, но при этом вот такая необычная ну, не то, что необычная я постаралась сделать тело, у нее хотелось именно такой формы, то есть она слегка полненькая здесь, да, и тело сужается кверху. И я хотела попробовать, но не успела. Мне кажется, получится отличные игрушечки, такие подобные, из микровелюра, они будут совсем-совсем небольшие, но при этом, ну, мне кажется, будут довольно миленькие. И если вдруг кто-то захочет вязать из микрофилюр, то я бы рекомендовала вот эту вот хлопковую пряжу, либо Vita Coco либо какую-то аналогичную, там, ирис от Янард, или есть еще янарт Виолет, ну, то есть такой тоненький совсем хлопок, чтобы, потому что микровелюр сам по себе, тоненькая пряжа, но чтобы оно не сливалось все-таки, эти детальки, они должны быть меньше, чем вот основное тело. Стоимость этого мастер-класса 200 рублей, забыла сказать. Итак, две ламы или альпаки, альпаки, Напишите, как правильно. И третье, и, наверное, на данный момент моя самая любимая игрушечка – это, как бы мне, так, наверное, это гусь. Комфортер гусь. Лапки, клювик. Так выглядит. Чупчик. Он получился ростом 45 сантиметров, то есть игрушка такая довольно объемная. При этом вяжется довольно просто, довольно легко, быстро, то есть ну, никаких здесь сложностей абсолютно, ни в утяжках нет никаких сложностей, не, ни, опять же в пришивании, а собственно здесь пришивается только клювик, все остальное ввязывается, вывязывается, и, ну, в общем, пришивны где-то... А, голова еще прошивается, но, опять же, так как здесь плюшевая пряжа, все пришивается легко, и тоже на этот момент есть видео мастер-классе, как это все пришить. Крылышки ввязаны, ну, ножки, соответственно, тоже, да, верхняя часть вывязывается из нижней, и вот такие... Я попробовала много вариантов, как сделать вот эту нижнюю часть лапки, как это ласт, как это называется, у гуся, не знаю. И вот остановился на таком варианте. И как только у меня была связана одна ножка, то есть вот эта вот деталь, буквально, когда у меня была связана, сын сразу пришел и сказал, это будет гусь. Ну, то есть уже было понятно, что гусь узнаваем. Сзади у гуся тоже есть вот такой вот хвостик тоже он ввя... ввязывается. Гусь милейший, гусь чудеснейший. Ну, то есть мне он очень-очень нравится. И по его размерам, и по его каким-то пропорциям. И вот эти вот лапки, это моя отдельная особая любовь. И при этом ничего сложного абсолютно нет. Я бы назвала эту игрушку из серии довольно простых игрушек. По пряже здесь. Вот, ну, тоже в мастер-классе я прописала, и, по-моему, во ВКонтакте я тоже писала. Я просто уже не помню, какая конкретно, по-моему, вот эта вот пряжа, это Воланс, тонкая, плюшевая, а вот это Гималая Долфин Файн, насколько я помню. Но, опять же, это совершенно не важно, потому что и та, и другая, они две схожие пряжи, и, в общем-то, они взаимозаменяемы Это так же, как Воланс и Дольче, и Гималая Долфин Бэйби, то есть они все приблизительно плюс-минус одинаковые, поэтому можно брать абсолютно любую. По расходу у меня ушло около полутора моточков серого цвета. Ну и, соответственно, здесь вот у меня были остатки вот этого рыжего, горчичного, я бы его так назвала. И с этим гусем была вообще очень интересная такая печальная, я бы сказала, история. Я сейчас даже принесу и покажу. Я не знаю, увидите ли вы на фото, ну, на видео, вернее, эту разницу, но она есть. Итак, вот первая у меня была связана вот такая лапка. Собственно, вот по этой лапке у меня сын сказал, что это будет гусь. Я планировала классического гуся белого вот с таким это был горчичным цветом и все у меня было замечательно у меня было два мотка это гималая долфин fine это первая ножка я благополучно связала и начала, взяла уже, просто было, наверное, где-то половина как раз мотка одного цвета, одного моточка, и второй моток целый. Вот я связала из этого моточка, получается, ножка, и у меня еще крылышко там лежит уже где-то в комнате. Потом взяла второй моток, новый, целый, из этой же упаковки, из этой же партии, ну, в смысле, вот, вот эта упаковка из пяти мотков мне приходила с Wildberries. То есть я не покупала это отдельно, это вот все было вместе. И я уже когда. Э, ну, вот тут, наверное, все понятно, и все видно, ну, я надеюсь, да, насколько она вот, и вот это вот-вот, вот это вот, вот этот кошмар, то есть вот здесь пряжа. Сейчас мы ее как-то покажу, да, вот это вот она такая наполненная, набитая, и вот это вот, непонятно что, абсолютно худая, абсолютно лысая, с проплешинами, это не распущенная пряжа, то есть это я ничего не распускала, я связала одну, вернее вторую лапку, и вот эта нить тянется из мотка, то есть это ничего не распускалось, а вот она вот такая вот вся лысая, 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 я не знаю, что делать теперь с этой пряжей, выкинуть ее или пустить, но факт в том, что вот две ножки. И я думаю, что тут невооруженным взглядом видно. Даже вот этот вот узелок, да, насколько он маленький получился здесь, насколько он объемный здесь. Ну и размер, да, вот, все абсолютно одинаковое. Вот одна лапка, вот вторая. Можно, конечно, довязать, там провязать большее количество рядов здесь, ну, чтобы их сравнять, Но они внешне отличаются. То есть это боль... Это, кстати, знаете, на что похоже? На софте. Вот и по толщине, и по внешнему виду. Это как будто связанные софти, а это из плюшевой пряжи. И она такая более набитая. Вот здесь вот более объемная, более пушистая. Это прям... Тоненькая, тоненькая, тоненькая. Вот она аж прозрачная. Вот, смотрите. Ну, то есть, ну, разницу, мне кажется, здесь вот видно. Здесь и вот здесь. Поэтому я не знаю, ну, то есть, когда если вязать игрушку целиком из этого мотка, ну, чтобы она, по крайней мере, уж вся такая была, брать меньший крючок, я думаю, может, единорожку свяжу. Это еще один разговор. Но когда лапки у меня, одна лапка такая, другая лапка такая, и крыло у меня связано практически полностью из вот этой пряжи. Ну, то есть я заказала, в общем, упаковку из пяти мотков на Wildberries. Вот жду. Надеюсь, что там будет, не знаю даже, как это посмотреть. Но, в принципе, по ней, да, по ней и так видно, что она такая худенькая-худенькая пряжа. Надеюсь, что это будет понятно и видно когда я буду забирать и смотреть тогда уже выкупать ее или нет но в общем пока мой гусь второй я обязательно хочу белого гуся белого с горчичным это классические цвета для гуся гуся и мне конечно же вообще изначально я хотела дождаться уже чтобы у меня было фото с двумя гусями, и тогда уже выпускать мастер-класс, но у меня в личное сообщение очень много девочек просили мастер-класс, а пряжа приедет еще не раньше 9-10 июня, то есть это завтра, послезавтра, потом пока я это все свяжу, сам сфотографирую, ну то есть это еще несколько дней пройдет, поэтому я решила, что я выпущу мастер-класс, а, ну, соответственно, гуся уже свяжу потом, когда приедет, эта пряжа. Я ну, либо довяжу, либо уже заново буду вязать. Посмотрю, насколько она подходит, не подходит к этой вот ножке. А эту будет я просто оставила, чтобы показать. А это, естественно, я буду распускать. Нижнюю часть оставлю, а эту распущу. И да, на гуся вышел мастер-класс. Стоимость 300 рублей. Все, все мастер-классы можно приобрести у меня в группе во ВКонтакте, в разделе «Товары». Все есть мастер-классы. Есть практически все мастер-классы на, на, ярмарке мастеров. И на сайте Boosty тоже есть все мастер-классы. Но это для тех, кто приобретает из-за границы. Вот, все ссылки есть в шапке профиля здесь на YouTube. Можно там перейти и в любую вам удобную соцсеть или куда там сайт перейти и там приобрести мастер-класс. Все, наверное, на этом. Сейчас вот я сижу как раз в раздумьях, чем бы мне заняться, чтобы мне повязать, пока жду пряжу для гуся. Есть ли смысл, опять же, вот тоже сижу, думаю, есть ли смысл вязать, допустим, голубого гуся, розового гуся, ну, то есть в таких нестандартных, я бы сказал да, расцветках, не классических. Мне кажется, что они ну, менее востребованы, что ли, будут. Все-таки серые и белые это, ну, самые оптимальные цвета. Поэтому, наверное, дождусь уже белую пряжу. А пока, может быть, попробовать взять маленький совсем какой-нибудь там два с половиной крючок и повязать единорожку из вот этой вот. Посмотреть, что будет получаться. Может быть, более мелким крючочком не будет такого дырявого полотна. Не знаю, попробую, посмотрю. На этом я буду с вами прощаться. Всем пожелаю уже ну, остаток выходных: да, провести с пользой, провести весело, провести активно ну или как вы э, желаете. Всем пока-пока!